спускайтесь в балку, в зону боевых действий и прилегающих территорий. Внимательно следите за детьми. Через несколько минут мы начинаем. Пошла война. Там немцы, кажется, вот там вот. Где? Ну вот да, там. Правильно, они же держат позиции и будут отступать. Сейчас на них наши попрут, и они будут отступать. Вон, пошли наши. Власть пришла, называется. С правого фланга начинается атака бойцов Красной Армии при поддержке легкой техники. А в груди отдает, да? А представляете, там рядом стоят. Войска вермахта обороняются, держат оборону, ведут артиллерийский и пулеметный огонь. Я надеюсь, что у них классы закопаны. Опа, смотри, там тоже боевые действия. Папа идет с матерью. Атака с правого фланга Красной Армии захлебывается. Войска вермахта ведут ожесточенное сопротивление. Вон едет Opel Blitz. Видите, справа от нас.
Бойцы Красной Армии залегли и идут. Работают легендарные пулеметы ДШК. Наши пошли в наступление. Предпринимается контратака советских войск, которые все-таки пытаются опрокинуть первый рубеж обороны вермахта. А вон, смотрите, сейчас низко пошел. В этот момент с флангов подтягивается подкрепление. Его еще не видели. Немцы отступают. Войска вермахта отступают со своего первого оборонительного рубежа. Да-да. Войска вермахта отступают и пытаются закрепиться на второй линии обороны. Тем временем к месту боя подтягивается тяжелая техника, танки вермахта для усиления позиций. Это техника под «Тигр». Мы вчера видели его выгрузку. Это не «Тигр». Это не «Тигр». Это под него сделано. На базе современной, да? Ну, на чем-то непонятно, мы даже не знаем, на чем базе. Право фланга обороны вермахта подтягиваются танки вермахта. Вермахт производит.
прилегающих частей Красной Армии и принимает контратаку. Проводится артобстрел атакующих позиций Красной Армии.
Красной армии ожидают подкрепления для продолжения активных наступательных действий. Тем временем в небе продолжается активное воздушное сражение между армиями Люфтваффе и Красной армией. Подкрепление Красной армии, в бой вступает тяжелая техника. Скоро будет предпринята танковая атака с десантом по борту. Легендарные танки Т-34 вступают в бой. Советские танки при поддержке другой техники идут в наступление. Предпринимается попытка прорыва по флангу. Отступательные действия снова переходят в активную фазу. Проходит попытка флангового прорыва по левому флангу. Навстречу наступающим советским войскам бронетехники выдвигаются немецкие танки. Thank you.
колесо. Тем временем войска вермахта ведут активный артобстрел наступающих позиций Красной Армии. В это время советские войска разворачивают позиции своей артиллерии для активного массированного удара по защитным позициям войск вермахта. В атаку идут советские танки при активной поддержке артиллерии. Тем временем продолжается попытка прорыва по левому флангу. И этот прорыв вынуждает оттягивать войска вермахта на позиции по флангу, чтобы предотвратить прорыв. Завязывается танковый бой. На центральном плацдарме активное наступление войск Красной Армии заставляет отступить войска вермахта на заранее заготовленные позиции. Там и готовятся к новому этапу наступления. В то же время продолжается на левом фланге танковый бой. Thank you.
Немецкие войска снова укрепились на заранее подготовленных позициях и заняли очередной рубеж. Танковый бой ведется и на правом фланге атаки. Попытка флангового прорыва предпринимается и по правому флангу. Центральном плацдарме войска Красной Армии продолжают наступательные действия. Артиллерийским огнем. В то же время на левом фланге немецкие войска снова отступают на заранее подготовленные позиции. По правому флангу идет активная фаза атаки войск Красной Армии. При поддержке военной техники. Она поддерживается на активной атакой по центральному плацдарму. Войска Вермахта
как-то отступают на очередную линию обороны. Туда, короче, с поля идем. А, Кирилла, есть там есть? Идет рукопашный бой. На правом фланге атаки. Он проходит весьма стремительно, и войска Красной Армии занимают этот плацдарм. Военной техники. Подводятся резервные войска. А что, вы далеко от этого? А если вы руки так? И предпринимается очередная атака. А не, ну мы тут такие вот, метров где-то 20. В то же время для массированного артиллерийского удара разворачивается артиллерия Красной Армии. Налево. Под массированным огнем войск вермахта атака заклюзнулась. Ведется подготовка к началу массированного артобстрела. Войск обороняющихся. Ведется активный артиллерийский огонь. Активные действия предпринимаются Красной Армией и на левом фланге. Массированный
поддержка дает свои плоды. Войска вермахта подключены и с трудом удерживают позиции. Thank you.
ведется активный наступательный бой. Вынуждены